Что? Кошатка, что с тобой? Слышите, 97, мне 40. А ну-ка иди отсюда в дом престарелых. Ты что, кепку надел? Лысеть начал? Боже, это мудрость приходит с годами. Суда победы. Йо, и... Так, минутку. Я только начал видео, мне уже 18. Почему у меня волосы растут так странно? Непонятно. Ладно, почему тебе 24, тебе ж 37. Уже сейчас будет, а почему подожди я... немножко. Какая борода? Вообще-то я старше вас всех, понятно? Ого. Как мне? А, я хочу обратно. Подожди. Ого. Пожалуйста. Все, это невозможно. 37, такая борода будет? Фу. И лысина, как и бы... лысина. Там лысина? Нет, у меня у просто... Тебя у тебя лысина? У тебя лысина? У тебя лысина? У тебя лысина? У тебя лысина, у меня никакой лысины нет. У тебя лысина, Лан? Слышь ты. Подождите, в полтос такой крутой чел. Почему я не постарел? О, подождите. А! Слушай. А! Почему? Я просто прыгаю в обе. А ты будешь на нас смотреть, нет? А, ой. Да, хочу, конечно. Ну и пока все. Подожди, постой, постой. Мне интересно. Но я думал, я хотя бы до старости доберусь до верха. Ульяна просто на глазах посидела. О. Блин, я посидела. Я только хотела сказать, ой, вы седые, а я нет. Кошка, а Ёши раньше посидел. Ёши, ты неправда. Дед Мороз. Не, ой. Это кто? Это же тот чел из радужных. Дед. Дед. Да. Вот у него точно лысина. Ой, Улья. Есть. О, нет. А что это? Нет, такое. А вы смеяться зачем? Я себе... медленнее стал ходить. Я думала, я себе голову сломала, ребят, что я супер медленный. А я прыгаю, ну, хотя мне так сотня, же хорошо, как раньше. Извиняюсь, а что мне вообще делать в 112? Ну, обе в 112-то можно проходить, правильно? Конечно, ну, типа, я думаю, она написана смертельная. А если мне уже, наверное, нельзя. Ой, коляска! Все. У Яны появилась. Да, это, наверное, противопоказание как раз-таки к прохождению обе. Ты уверен, что нам можно проходить? Думаю, да, я пока могу через светящие пути прыгать. Ребят, мне кажется... Ты вообще умерла насмерть? Нет, я на обе, ну, в обе была и умерла. А так я же, мне кажется, рекорд уже побили. Никто до стольки не доживал. Как это? Ну какой? Жизнь. А что происходит? А, в жизни, да, я знаю, что самый долгожитель... О, это что со мной? А что я маску стал носить? У меня тоже эта штука. Ужас какой. Вы же... Вот, по-моему, я себе ноги сломал. Все, надо перерождаться, мне кажется. А надо, да? Да? Ну, мы в 50 уже могли это сделать. Снова сможем стать молодыми. Малышисик! Я снова маленький. Опа! Так, как время быстро летит. О, нет. Ёши, подожди. Эй. О, нормально. Ты сразу какую-то Ларису Ивановну превратилась. А и две. Ладно, уже получше, уже получше. А ты чё выкрасился в 18? А чё, нельзя? Экспериментатор со своим возрастом. Слышишь ты? О, вот это вот странно выглядит. 27 странно как-то. О, боже, в 30-ху тоже. А чё такой довольный? 33 радуются жизни? 35, у тебя борода уже. Ты можешь радоваться жизни 35? Я 140 радовалась. Да? Ого. Конечно. Так работает. Так, давайте, пока мы можем ходить, давайте попробуем пройти что-нибудь. Какой-нибудь чоби. Да я уже 47 ничего не могу сделать. Я не знаю, до того момента, как постареем, я не знаю, успеем мы или нет, честно. Блин, я упала. Ну, в 50, конечно, не очень. Ноги сломала? Да нет, нормально. Ну, конечно, там в полтоста ты уже точно себе переломаешь все. Ой, ай, нормально. Не знаю, как вы, а я в свои 64 просто прыгаю, как кенгуру, знаете. Как кенгуру? Ничего себе. Так, подождите, я замедлился в 73. И до 70, в принципе, вы себя замечательно чувствуете. Я считаю, что так. По-моему, Лана работает где-то в газете, типа, знаете, и вот это, это как тот мем, типа, у вас болит спина, вас ударили копьем, там что-то 700 лет назад. А знаете, можно уже перерождаться. Да подождите. А я пройду, пожалуй, обе сначала. А я не могу уже, у меня костыль. Если дойду, я обязательно пройду так, голубенькая. А знаете, медленно, но верно, но подбираюсь к своей награде, я хочу сказать. И что, там награда будет? Да, какая-то награда. Это Оскар? Три Оскар. Победы мне дадут. А что тебе дают еще победы? Пока не знаю, но пока мне 5 лет, и я этого пока узнать не смогу, потому что мне 7 лет уже. Так, три победки сюда.
Тоже перерожу. Опа. Ай, ну и что вы со мной сделали? Я переехал бедную маленькую Лану. Слышь ты. Сюда, я тебя раздавлю коляской. Какой ты подозрительный дед. О, отсылка на зайчик, отсылка на зайчик. Ладно. Ладно, кто смотрел, вот мы с Ульяной... тот молодец. О, так кто не смотрел на втором канале. Я страшный старый, я перевожусь. Я буду кликать. На втором канале у меня, если что там. Так, ну и что, я малышисик, вот такой лысик, злысик, добрисик, добрисик. О, волосы, о, ну, так, рожа, так сказать, немножко разнесло. Так, я понял. А что за звук? Мы кликаемся. Да. Вы совсем? Вы зачем это делаете? А я могу забрать? Надо 1000. Нет, сначала нужно накликать. В смысле? Так ты хочешь просто забрать, украсть награду? Давайте быстрее жмите, пока я не постарел. Мне еще надо успеть, я не знаю, жизнью понаслаждаться. А, 33, я не успел. Все. Все, ребят, ладно, давайте кликать это. Почему заканчивается жизнь? Не знаю, как он выглядит, мне кажется, да. Вот 43, он еще хуже выглядит. Мне кажется, вот ему чисто 43... поставить мангал, да, у себя там во дворе, и, ну, нормально. А вот Палтос, он такой, не слушайте, я могу седой. Быть Элвисом. Вообще, я только хотела о, немножко сказать, такая... очень круто. Фу, ну вот и все. 56. Слушайте, в Палтос нормально выглядит, в 56 все снова уже капец. От чего зависит, непонятно. Мне я вообще не ясно. Я делаю перерождение. Погодите, а чем больше перерождений, тем мы медленнее взрослеем, да? Кажется, да. Так что, Ёж, ты можешь пока не перерождаться и как можно дольше оставаться дедом, но ты уже, блин... Зачем? Я не хочу быть дедом, я хочу так быть малышисиком. Так прикольно быть дедом. Нет, я хочу быть малышисиком. Я хочу... Моя цель это в этой игре дойти до такого уровня прокачки, чтобы он как в жизни был. Ёж, тут кому-то 400... Это будет игра в жизнь. Ну, боту, и он чего? Выглядит как... А, я только хотела спросить, а какой самый... Очень прикольно. Лан почти доклацали, Лан, вернись. Мне 25. Эй, я тоже хочу поклацать. Оп, вот смотри, подожди. Идет, а, ну идет кто-то. Сюда. Так, все. А сколько побед? Побед у меня. 8. Бро. Подождите, а мне заново клацать? Бедолага. Да. Увы. И че? Увы. Посмотри, вот тут бот ходит, ему 500 лет почти. Давай до 500 дождемся, может 500 он совсем изменится. Я не хочу, он Найтсталкер из Доты. Не хочу, мне не нравится. О, Ёж, я придумала. Классный у него. Сейчас сюда как придет кошатка, и она покажет максимальный возраст. Какой ужас, бедная кошатка. Здравствуйте, тетя кошатка. Почему у тебя мужская прическа? Я еще не выбрала, кто я. А. Выбери. Потому тут что у тебя уже другое. Борода растет. Кошатка. Я сейчас ну, другое выбери. Выберу. Выбери другое. Что это? Ну, я все еще мужчина-кошатка. О, а теперь нет. А я буду в процессе жизни, наверное, передумывать. Все, понял. О! Это я. Вот такая она в жизни, кстати, сейчас, если что, вот такая. Я ее вижу, видел, вижу. Смотрите, вот такая Лариса Ивановна. Чисто заходишь в булочную, и там вот такая вот. Но это уже... Ну, ладно, все уже нормально. А почему-то Ульяна... Так. Чего? Трее стареет, чем кошатка, нет? А, подождите. А... Должно было быть наоборот. Так, вы потеряете весь свой возраст и будете сброшены к нулю. Один раз вы вернете... Что? Что вы будете стареть медленнее. Стареть медленнее? А почему Ульяна не стареет медленнее, чем кошатка? Посмотри. Тоже непонятно. У меня вон 4 перерождения. Вот да. Может, надо... Пойду в лабиринт. Это вот Лана такая сейчас. Слышь ты. Смеется еще. На себя, блин, посмотри, сам дед. Я... Очень обидно. Ты такое мне не говори больше. А ты мне такое не говори. Ты первый мне такое сказал. Опа, малышисик идет. Вот Лана, например, такая. Так, где ты, Лан, говоришь? Я не скажу тебе, я где-то в лабиринте. Я в лабиринт пошла. Я надеюсь Всё, до старости отсюда выйти. О, есть! Не по левой, Лан? Не по левой. Скажу. Пока. Так, ну чё, мне 22, и лабиринты для меня это сущие пустяки. Ну вот сейчас мне уже 29, и, честно говоря, вопросики. Ой, мемы. Что такое мемы? Мне 35. Я не знаю, что такое мемы. У меня борода, я пожилой. Все, пойду искать выход из зомби. Хотя куда мне? Мне уже 42. Вряд ли я хоть что-то найду еще в своей жизни. Так, подождите, подождите. А, ой, ты кто? О, да бабушка. Здравствуйте, бабушка. Слышь? Ульяна. Ну что ты?
Спасибо большое за победу. А что победы дают, простите? Не знаю, просто ты побеждаешь. Что? Кошатка, что с тобой? Все с ней хорошо. Что с кошаткой? Забавно. Пока. Слышь, ты где вообще? О, она вон, смотрите, стареет там. Сколько лун у земли. Стоит и думает, и стареет. Да я, блин, ты меня отвлек. Просто вот это что такое? Ты кто? А? Все. Бедолага. Так, мне на сотне. Да, на сотне. Ладно, еще немножко поживем. Что? Что с тобой? С кошаткой, ты видишь, что вообще? Нормально, с кошаткой. В смысле, нормально. Ну так кошатки в старости выглядят. Да? Прям вот так? Ну да. Можно я не пойду к тете кошатке, так сказать? Ну, когда ей будет 200, да, можно. Можно? А, ладно. До 200 нормально еще. Да? Хорошо. Да. А надо типа трижды ответить, и ты получаешь... Так. Сколько континентов? Ну-ка, Ульян. Так, так. Поймана в 4К. Отвечай. У тебя 3 секунды на ответ. А, слышите, вводит. О, 7 угадала. А, что, я ничего не вводила. Оп! Та-ра-та-та-та. Сколько континентов? Ну-ка, давай, Ульян. Не опозорься. Подожди, второй раз. Как? Не опозорься, давай, не опозорься. Континентов сколько существует? Ульян. А почему не столько? Ульян. Отстань от меня, все, жми, нажимай сам. Жми, там с кошаткой, Ульян, что-то новое произошло. О, она стала ситхом? Она ситхом. Она ситх. Ситх? Да? Она ситх. Стала с креслом. А как она 250 примерно... Ну, сначала она, ну, по мелочи там на рынке торговала овощами, там, вот это. Потом перешла на ковры, потом магазинчик свой открыла, стала на ноги. Все. Так, и что? 286,7,8. Когда кошатка поменяет свое лицо? Объясните, пожалуйста, бабушка. Когда ей так нравится? Сам ты бабушка, мне 30. А, ну да, ты пока. А, ну уже нет, уже тетка. Уже вот все, твой возраст 37. А! Ладно. А вот нечего. Придет кошатка и отомстит за меня. Извините. Вот давай ее назови бабушкой. Назови. Не-не-не, кошатка крутышка. Она очень крутая. А ты бабушка. Все, а я молодисик. Вот такой хорошисик. Малышисик. Это я, кстати. Вот так вот по кустам шарюсь. А, уже 7 лет, уже пора в школу. Ой, фонтан. Тетя, отстаньте. Что это за... Что это такое? Ладно, фонтан. Все, готово. Только тетя, не трогайте меня, пожалуйста. Там кошатке 300 лет уже, посмотри. Так да. Она поменялась как-то или нет? Нет. Да. Сейчас поменяется, а, нет? Я думаю. Ты говоришь 300, ей уже 350 почти. Ну-ка смотрим. Ну, сейчас как поменяется? Или в 400 нет. Должна? Ты думаешь 400? Не знаю. О, ты постарела, кстати. Да ты тоже как-то не молодеешь. Слышите, 97, мне 40. А ну-ка иди отсюда в дом престарелых. Ты что, кепку надел? Лысеть начал, да? Надо кепку уже. А ты давай-ка вот на вот такие вещи внимания не обращай. А я не смотри, вот у меня нормально все. Ты что, все? 112 лет уже все? Все. О, где ты? А, вон она. А что? Пока, пока добежит, она вырастет уже. Опять Лариса Ивановна. Да блин, 10 лет бежала. Вот ужас-то. Так, ну что, ждем, 400 лет, что произойдет с кошаткой-то? Станет этим, как я уже и говорил, Найтсталкером. Наверное, а что-то она маленькая какая-то, ну-ка, усохла. Во, Найтсталкер из Доты, все, в 400 лет вы Найтсталкер из Доты, все, я понял. Так, а у меня 86 всего лет. Я не так стар, как Ульяна, который вон уже. Слышь, вон у тебя борода какая. Ты все, уже старец. Ну, красивая. You shall not pass. Похоже? Только шляпу надо. Шляпу надо, и будет похоже. Да. Не знаю, у меня с ним ассоциация первая. You shall not pass. А вторая это тут... Ну, когда он головой так из стороны в сторону. Типа, знаете этот мем, нет? Ага. Мне он супер нравится. Так, что, ждем пока... Кстати, мне уже перерождаться пора... Где тут мои друзья, малыши, Лариса Ивановна? Лариса Ивановна. Какая Лариса Ивановна? Я... Кто уже я? Я Светлана Геннадьевна. А, вот уже обычная какая-то. А, в 18, да, ты становишься обычной девчонкой, правильно? Да, да, я и 24 обычная девчонка. О, вот какой хорошисик. Вот бы вот хорошисик. Вот мне нравится очень. А все, 26, все. 26 можно уже не жить. Причёска классная, в 32 у меня. Жить.
Да? Блин, ой, не знаю. Бывает такое, знаешь, что типа ты вроде нашла себе прическу, а потом твой парикмахер уехал. О, парикмахер вернулся! Подожди, парикмахер вернулся в город, по-моему, твой, нет? Смотри, нет, хорошая у меня прическа. Было два хвостика. Ну, вот это очень сейчас... похоже, но не то чтобы. Ну, снова парикмахер уехал, взял отпуск. Да. Но ты уже сама научилась. Вот, ну ты вот уже это вот я такая сама, пожилая. Сделала. Поэтому. Да, пожилая, поэтому уже научилась делать прическу нормально. Ну, я бы не сказала, что прям вот научилась. О, смотрите, надо старая пришла. Старая, ты что? Старая. Посмотри, мне 5. Лариса, посмотри на кошатку! О боже, что с кошаткой? Она стала скелетом. Рога выросли. И рога выросли. Что с тобой, кошатка? Ой, что ты двигаешься совсем? Я испугался, я думаю, что вообще она двигается. Вот она теперь такая. Нормально. Надо, мы забыли ее юбилей отметить. Надо было отметить 500 лет все-таки. Все, ты уже старая, ты уже заговариваешься. Иди отсюда, нет. В дом престарелых. Вот пожелаю. Классная прическа, смотри, какая хорошая. Вот это что это? Девочка Венсдей. Отсылка на Венсдей, да? А вот это в 40, а? Вот 40 хорошая, я говорил Ульяне. Да-да-да, это парикмахер вернулся в город. Нет, там уже ничего хорошего не будет. Опять ты пожелаю тут. О, смотрите на Ульяну. Все, прикольно. Кстати, волосы превосходные. Такие пышные. О, ты там, между прочим, тоже свои 122. Подожди, мне еще нельзя, да? 130. Бегу и расту. И бегу. Пожилая опять. Капец. Не догонишь уже, ты уже слишком старая, чтобы бегать. Нормально. Ой, врезалась в кошатку. Врезалась. А интересно, она еще убить вот сейчас... может, она уже вон, смотри. Демонюга какая-то. Посмотрим. Давай посмотрим. Я осталось 10 демонюгу. Лет, посмотрим, да. 10 лет осталось. Слышишь, она будет жить дольше, ясно? Ну да, ну просто до, наверное, перерождения. Так. Ничего? До 1000 такое будет, может быть, в 650? Не верю, что до 1000. Не верю. Ну, в 700, значит. У нее еще позвоночник, ты видел на спинке? Да-да-да, я говорил об этом сразу. Жесть какая. Тебе идет, кстати. Спасибо. Хорошо, хорошо, хорошо выглядишь. Выгляжу. Лицо такое свежее, смотри, да. Классно. Да, волосы красивые, пышные такие, да. Объемные. Да. Ой. А где? Здорово, шкет. И кепка-то нравилась. Лариса Ивановна. Надо ее подольше оставить. Опять. Ну, это прическа буквально, ну вот смотри, ну уже нет. А это, я говорю, это ну, тоже вот что-то такое. А вот смотри, сразу такая, все. А ничего себе, я выросла вверх, в росту до 22 лет, что ли, расту? Ничего себе. Ну, здорово да. Уже, конечно. Я пойду сюда, на стеклянный мост. Кстати, вы заметили, что мы толком никуда и не сходили. А постареть успели. А у меня успели. Вообще очень да. Мало побед по сравнению с вами. Там да, еще так... вагонетки какие-то есть. Какие вагонетки? А как о, ты определяешь? Да. А вон там. Ты как? Дальше чуть-чуть. Ты куда прыгала? Вот сюда направо? Я право, потом надо тоже, наверное, право. А потом тоже, наверное, право. А потом лево, смотрите, скриньте. А потом право. Боже, это... Это мудрость приходит с годами. Сюда победы, быстро. Чего? Вот такой вот я мудрый. Мало побед, что-то в лабиринте и того больше давали. Мало-мало побед, конечно. Так, 38-39. И все, малышисик. О, 10 перерождений. Блин, ну, юбилейная, 10-я. Поэтому, я думаю, на этом можно заканчивать. На кошатку посмотреть надо, конечно же. Она сколько кошатке лет? О, 700. Че, косарик только ждать надо, да? А пока вот у меня такая прическа хорошая. Точно, смотрите, вот запомните меня таким 21-летним. Все, буду вот так заканчивать, смотреть на пожилую и на легенду. В общем, ребят, большое спасибо за просмотр. Подписывайтесь, ставьте лайки, оставляйте комментарии, на колокольчик нажимайте. И всем пока. Пока. Пока.